Они были в прошлом году, вы сами знаете, да, когда пандемия началась и стали снижать количество рейсов. И губернатор, когда был в Вилючинске в прошлом году, ему также подходили люди, и вот с коллегами мы собирались, и они откорректировали это расписание. На самом деле оно было другим. После пандемии оно было действительно не таким, каким сейчас сегодня есть. И мы считали, что ситуация решена. Мало того, мы знаем, что мы работаем с правительством Камчатского края по вопросу перевода этого маршрута. Вместе с вами, у вас тоже обращение поступило с губернатора, перевода его на регулируемый маршрут. Для того, чтобы наше население ездило по сниженному тарифу. Тем самым, конечно, будет другая себестоимость, так как перевозчик будет закладывать расходы, даже если там автобус на 75% заполнен или на 50%, он будет эти рейсы в соответствии с расписанием осуществлять. Сейчас мы понимаем, что рейс коммерческий, и предприятия, которые работают на этом рынке, ездят по рыночному тарифу, исходя из своих затрат. Поэтому, конечно, полупустым и ездить можно, но завтра он может вообще не выйти на линию. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы завтра объективно, в пятницу, мало того, так понимаю, пятница самый активный с точки зрения людей пассажиропоток. Кто-то уезжает отдыхать, кто-то наоборот возвращается туда, в Вилючинск, после трудовой недели. Поэтому завтра прошу отработать не только утром, но в целом всесторонне еще несколько выездов, чтобы нам стало понятно, в чем дело. Действительно, ситуация-то является таковой. Если она является таковой, коллеги, мы тогда срочно будем принимать меры по ее исправлению.